Первое – сбить грязь и пыль водой под высоким давлением. Второе – применить специальный раствор. Третье – навести лоск. У фонтана на Осипенко несколько памятников, посвященных Дню Победы. Вот эту композицию защитникам Самары в народе называют «Родина-мать». А вот эта звезда была установлена в честь всех погибших в Великую Отечественную войну горожан. Такие банные процедуры памятникам только на пользу. Это не шампунь. Это специальное средство «Фомин Футур 400», которое является нейтральным по отношению к поверхности памятников – камень, гранит и так далее. На балансе города 46 памятников и скульптурных композиций, все помоют в ближайший месяц. Особое внимание к монументам, посвященным Победе. К 9 мая их не только отмоют от зимней грязи, но и где надо покрасят, где надо подремонтируют. Памятники, стелы, они находятся не только на открытых вот таких площадях, но и в парках. Они находятся возле общеобразовательных школ, у министерств, ведомств различных. И каждый, конечно, кто его содержит, на чем балансе он находится, конечно, проводит работу по тому, чтобы эти все сооружения выглядели достойно, так, как они должны выглядеть в преддверии Дня Победы. Чтобы эффект от помывки сохранялся дольше, после водных процедур стелы обрабатывают силиконовой протиркой. Делается это вручную, чтобы не упустить ни одного миллиметра. Дарья Булавина, Марианна Мирная, Григорий Плешаков. События.